В Люберцах продолжается комплексное благоустройство территории, прилегающей к культурному центру «Дом офицеров». Результатом строительных ремонтных работ станет комфортная пешеходная зона. Все подробности знает Луиза Егезарян. Строительная техника и рабочие приступили к комплексному благоустройству 11 ноября. За короткое время подрядной организации удалось проделать большую работу. На сегодняшний день территория у Дома офицеров полностью готова к асфальтированию. Брусчатка укладывается частично. Готова уже стена подпорная, гранитом обкладывается, лестница гранитная уже практически полностью готова. Площадь брусчатки около 1000 квадратных метров, а асфальтового покрытия более 2000. Работа проходит на всей территории перед культурным центром. В рамках благоустройства предусмотрено создание 20 парковочных мест. Мы нашли финансы, здесь цена вопроса не менее 22 миллионов, все деньги муниципальные. Мы провели все конкурсные процедуры необходимые. И сегодня подрядчик, достаточно, я оценю, качественно выполняет. После всех ремонтных работ здесь установят 20 парковых скамеек, урны и 27 устройств наружного освещения. Предусмотрена высадка газона, кустарников и саженцев каштана, акации и сирени. Перед подрядчиками поставлена задача завершить благоустройство в течение ближайших 10 дней. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.